Привет, друзья, с вами Deus, и это гайд по покупке подарочных кодов специально для РБК Games. Для начала нажмем сверху золотую монетку, выберем подарочный код. Здесь необходимо ввести получателя подарочного кода. Можно ввести электронную почту получателя сразу, а можно ввести свою личную, чтобы потом вручить код самостоятельно. Рассмотрим второй вариант. Теперь вводим количество монеток и переходим к оплате. Здесь уже необходимо ввести свои личные данные, номер карты, срок действия карты и, разумеется, защитный код на задней стороне. Далее подтверждаем оплату. Вводим SMS-код от своего банка. Видим, что все прошло успешно, и переходим на электронную почту. Здесь уже находится письмо от платежной системы, и в нем можно найти сам подарочный код. Обратите внимание, что срок действия подарочного кода ограничен, и есть два способа его активировать. Первый – это перейти по ссылке, которая отправит прямо на страницу с активацией. Либо же можно активировать просто через сайт. Для этого жмете на ту же монетку, подарочный код, и далее уже выбираете активировать подарочный код. Здесь его вводим и, собственно, активируем. Поздравляю! Таким образом, монеты зачислены, подарочный код активирован. Ну а с вами был Deus. И до новых встреч!